преддверии Нового года Валентина Николаевна и Александр Викторович Боярко были приглашены на встречу с главой района Любовью Заспа. Супругам объявлена благодарность главы Курагинского района за достойное воспитание сына Юрия, достигшего высоких результатов в ходе прохождения программы боевой подготовки мобилизованных военнослужащих. По воинской традиции отличники службы получают право сфотографироваться на фоне знамени войсковой части. Военный комиссар Курагинского района Василий Арапов по просьбе командира части, где сейчас служит их сын, вручил родителям дорогой подарок – фотографию. Если такие ребята идут, как бы заключают, призываются по мобилизации и считают, что это, ну, приемлемо внутренне для них, это очень важно сегодня.